Ладно, мы немножечко отвлеклись от конкретно от первой помощи, да? Вот, ну, то есть я думаю, что все теперь понимают, что даже если мы медики, мы оказываем первую помощь, не назначая медицинские препараты. Вот. И еще одна из таких ситуаций, если у человека инсульт, да, вы подозреваете инсульт, вы видите, что вы в рамках первой помощи можете делать? Вызвать скорую. Вызвать скорую, да? Ну, то есть это обязательно. Следующее. Обеспечить приток воздуха. Да, приток воздуха, функционально выгодное положение. Да, горизонтальное, да? Там же. Да, это, как правило, горизонтально, если особенно у него, допустим, если он без сознания, это будет на боку. Контроль дыхательных путей, если у него там рвота там или еще что-то, только на боку. И просто сидеть рядом и наблюдать, дышит он или нет. Тоже расстегнуть все эти. Да. Можно все, что. Если в сознании, можно разговаривать, рассказывать что-то вообще лучше на отвлеченные темы. Лучше спрашивать, кому можно сообщить, кого можно вызвать, вот, чем вам еще можно помочь.